Я 2 года проработал в строительной организации ООО «Строймаркет» в городе Новороссийске. За время моей работы, поскольку я работал по совместительству, зарплата не выплачивалась. Куда я только не обращался, и в трудинспекцию, и в суд. Все было безрезультатно. Дело двинулось с мертвой точки, когда я обратился в Следственный комитет. Хочу выразить благодарность сотрудникам Следственного комитета по городу Новороссийску за проведенную работу. В настоящий момент ведется уголовное дело. Надеюсь, в скором времени зарплата будет выплачена.